ДТП с разливом нефтепродуктов. Утром 19 января на 327-м километре федеральной автодороги М7 «Волга» произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Одним из них оказалась автоцистерна, из которой в результате ДТП произошла утечка нефтепродуктов. По имеющейся у нас информации, разлитым на дорожное полотно веществом оказался битум. В результате пришлось сливать остатки нефтепродуктов в кювет, поскольку целостность емкости пострадала и продолжать движение с битумом автомобиль не мог. Впоследствии застывший битум должны убрать из кювета. Заниматься этим, скорее всего, будут дорожники. Пока ответа от пресс-службы управления федеральной трассы мы не получили. Также пока не ясно, откуда и куда передвигалась цистерна с нефтепродуктом. Известно только, что номера у машины соседнего с нами Нижегородского региона. Остается только добавить, что в результате этой аварии никто не пострадал.